Короче, я поняла, почему вылетел эфир. Из-за музыки. Из-за музыки вылетел эфир. Мне так и написали, что были нарушены авторские права. Продолжаем бежать, девочки. Чтоб ты, бля, была здорова, это Дженнифер Лопес. Продолжаем, девочки. Разминку вы, к сожалению, не увидели. Поэтому вместе со мной продолжаем бежать. Ну что поделать, я уже не знаю, какую музыку. Уже радио включила, испанское, чтобы не вылетал эфир. Продолжаем, бежим. Перед той у меня желтые тюльпаны были. Делаем открытый шаг в сторону. С правой ноги, вот это правая. Открытый шаг, хлопок. Шаг, хлопок, следим за спиной. Раз. Выдох. 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 Усложняемся, берем бутылки с бухлом. И выдох. 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 И выдох. Бутылки в руках. Круговые вращения назад 10 раз. Раз. Работают плечи. Выдох. Раз. Два. Уводим таз назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, как они заманчиво гремят, 9, 10, 11, еще 4, 12, таз назад уводим, 13, 14, 15. Берем штангу, швабру, закинули на плечи. Приседы, 10 приседов, 11 внизу. Уводим таз назад. Вдох, выдох, выдох. Швабра помогает следить за техникой. 3, 4. Все давление в пяточки. 5, 6. У кого проблемы с коленными суставами, подложите маленькие книжки под пяточки. 8, 9, 10, 11 внизу. Оба нам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем выпады назад. И вдох, выдох. Выдох, 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 по 2. 1, 2, вверх, 1, 2, вверх, 1, 2, вверх, 1, 2, вверх, еще 1, 2, вверх, по последней, парашютисты по крайней. 1, 2, вверх. Ставишь швабру, мах назад в сторону. По 10 раз. И 1, 2. Выдох на усилие. 3, 4, 5, 6, 7. Выдох. 9, 10. В сторону. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем в сторону, левая нога назад. 1, ягодица работает. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. Нет, не в сторону. Мах в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали на месте. Ребята, вы такие трактаты пишете. Бег на месте. Сейчас я, подождите, отвечу умным. Ну, вообще, да. Так и есть, с разных страниц пишет, да, о ком вы говорите. Бегом, бегом, бежим. Сейчас отслежу быстренько, сепарирую умных. Хотя все будет делать на Щекина, пить препараты и тренить. Бегом, бежим. Марина жирная стала, факт. Че, прикололись, блин? К вам явно Букина неровно дышит. Я знаю, так она же марафон набирает. Причем она марафон сделала, как мой интернет-клуб, но только в 2 раза дороже. Конечно, это ж вечная история. Девчат, давайте-ка, если вам здесь делать нечего, вы очень любите Букину, идите к ней. В чем проблема? Я же не против. Лерочка Букина спортсмен. Ну, смотря, что вы подразумеваете под словом спортсмен. Бегом, бежим. Я просто, как бы вам сказать, в уши-то вам несу, кто я, что я. И не пишу трактаты, какая я. Вот. Вы вправе делать выводы обо мне, какие вы считаете нужными. Но только делайте их сами, а не из уст других людей. Окей? Прыжки, выпады, фу, приседы в прыжке. Ножки вместе 10 раз. Раз, два, таз назад уводим. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бегом. Бежим. Чё? А у меня часть эфира вылетела из-за того, что Дженнифер Лопес пела. Авторские права. Делаем вдох. Выдох. Еще раз делаем вдох. Выдох. Берем стул. Может, что-то включить, кстати? Да, все можно включить, если честно. Берем гантели. Опускаемся на стул затылком. Ягодицы высоко вверх. Поднимаем гантели над собой. Делаем вдох. Выдох. Толкаем гантели вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ягодицы на весу. Не опускайте. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Это испанское прочитали? Да, это испанское радио работает, и там Джилу запила. А, блин, выдох. Ну, я тоже не ожидала. Выдох. 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 Развернули гантели. Разводим. Вдох. Локоть немножко согнули. Выдох. 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 И еще раз выдох. Завершаем выдох. Одну гантель оставили. Девчонки, вы мне лучше про своего кумира ничего не говорите, иначе я ее быстренько закрою, хорошо? Дайте девочке возможность зарабатывать хоть какие-то деньги, иначе вы ее лишите вообще средств существования своей любовью. Я даже удивляюсь, почему такие глупые. Вдох. Отпустили гантель вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 3, 4. Я-то знаю, как ее все титулы получались. 5. Поэтому вы лучше тетю Марину не злите. 6, 7, 8, 9, 10. Меняем сторону. Идите к ней на тренировке, чай там пить, я не знаю. Разминайтесь 40 минут. Вот, а у меня тут нормальная тренировка. Вдох. Выдох. Выдох. 3. Так что я очень прошу, не засоряйте мой эфир. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Развернули стул. Легли затылком. Уводим гантель назад, локти узко-узко и таз отпускаем вниз. Вдох. Раскрываемся. Выдох. Выдох. Ягодицы в тонусе. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, сколько-то минут. О, Ритуська тут. Да, Ритусь, слышала о великом тренере? Тебя-то вообще никто не знает. Понимаешь, несмотря на то, что из одной тарелки, блин, ели, так скажем. Зато мне будут сейчас рассказывать, морали читать. Бицепсы работают. Выдох. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поэтому, девочки, вы лучше 9, 10. Не надо, как же это, лезть в улей. И выдох. Выдох. 3, 4, 5. Плечи работают. 6, 7, 8, 9, 10. Грудь работает. Выдох. 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 Увели гантели назад. Локти узко работают, трицепсы. Вдох. Выдох. 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй круг, бицепсы. Выдох. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7. Привет, пупсики. 8, 9, 10. Развернули гантели. Выдох. Выдох. 3, 4. Чего, Коль? 5. Чего? 6, 7. Не, у меня там плавки были. 8, 9, 10. Грудь работает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас лоб быстро уводим гантели за голову. Ага. Так что, лопуськи, фанаты там, лучше не раздражайте. А то если я своим каточком проедусь, ох, никому не будет хорошо. Кроме меня. Вдох. Выдох. Ну, знаете, есть такое? 2, 3. Есть такая картинка, 4, где чувак берет какашку в руки и кидает в другого человека. И говорят, до него какашка может не долететь, но твои руки будут запачканы. Вот именно поэтому я не пачкаюсь. Выдох. 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 Трицепсы работают. Чистая женщина жмет кровь Иисуса. Выдох, да. Комментатор от Бога. Выдох. Выдох. Что нам пишут? Выдох. Выдох. Молодцы, время сколько там для перезагрузки. Вот, перезагружаюсь и переходим на пол. Так что, девчонки, иди-ка. Девчонки, я вас прошу, тетя Марина, не злите, а то вы очень сильно разочаруетесь в своем кумире. Чтобы этого не произошло, лучше, знаете, как в отношениях, расходиться на этапе, когда еще не появилась ненависть друг к другу. Вот вы ее лучше любите, поверьте, это куда лучше. Все, перезагружаемся. Нет, я сертификат не покупала, я училась, ребят. И у меня есть вся информация, где я училась. Перезагружаемся.